простое блюдо холостяцкое. Я его называю завертыши. Для него понадобится сыр, помидор, майонез и лаваш. Ну, вот эти лепешки. Можно для тех, кто питается мясом, еще добавить колбасу. Помидор нарезается как можно тоньше, сыр тоже нарезается как можно тоньше. И все это вместе с майонезом заворачивается в лаваш. Потом жарится на сковороде на обычном подсолнечном масле. Вот нарезал сыр как можно тоньше, нарезал помидорки как можно тоньше. Это будет как можно вкуснее. Теперь намазать нужно майонез для сочности на лаваш. А пока это все мажется, сковородка греется. Колбасу тоже можно нарезать. Можно любую колбасу. Сыр тоже любой пойдет. Только, конечно, не сырный продукт. Вариантов раскладки слоев они разные. Лично я кладу сыр, помидорку и опять сыр. Заворачивать тоже там можно по-всякому, у кого какая фантазия. Все это жарится быстро. Вот уже первый у нас кусок уже почти готов. Второй с этой стороны вот тоже поджарился. Вот такая горочка получилась.